Творческая встреча с режиссером документального кино Олесей Шигиной прошла в музее Алабина в рамках выставки «Самара». Участникам представили проект «Уголь земли русской» в рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству». Олеся Шигина – российский режиссер и поэтесса, снявшая ряд документальных фильмов, в том числе посвященную простым солдатам ленту «Отважные». Сегодня мы очень важно, что мы все обменялись своими знаниями, своим накопленным опытом и... Художники увидели, что это живое руно, и я это видела по глазам, потому что во многих глазах блестели слезы, и отклик был 100%. Художник Тарас Круглов рассказывает, много разговаривает со своими учениками не только об искусстве, но и о его роли в судьбе страны. Многие думают, что события начались 2 года назад, а не с 14-го и не с более ранних времен. И поэтому, конечно... Приходится объяснять причины того, что сейчас происходит, и вот эту вечную, в общем-то, борьбу России с западной цивилизацией. Алла Шахматова уверена, пока военные сражаются на фронте, люди искусства ведут свою борьбу в тылу. Встреча была просто потрясающей, и, знаете, я сегодня такое совершила путешествие, наверное, куда-то в глубину своей души. Сегодня художники с кистью в руках, воины света с палитрой в руках могут действительно совершать подвиг. И сегодня многое говорилось о том, что война идет не только за ленточкой на передовой. Война идет среди нас. И вот все, что от нас зависит, от людей творческих, мы должны, просто обязаны делать. Сейчас в литературном портфолио режиссера Олеси Шигиной немало лирических стихов, посвященных красоте природы, счастью, бытия и войне. За плечами поэтессы изданы сборник «Написать о дожде» и поэтический спектакль «Сестры», который также покажут в Самаре. Андрей Бессонов, Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.